Всем привет! Российская фигуристка Евгения Медведева начала встречаться с финалистом шоу «Голос дети» Кристианом Костовым. Они познакомились на съемках ток-шоу, посвященного Евровидению, в мае 2018 года. В программе молодые люди обменялись номерами телефонов, после чего завязалась оживленная переписка и даже последовали несколько свиданий. Не так давно Медведева и Костова заметили вместе на тусовке в парке Горького. В парке Горького они не могли оторвать глаз друг от друга, держали за руки, улыбались. Обычно так выглядят люди, между которыми пробежала искра. Цитирует стар-хит одного из гостей мероприятия. Сейчас Женя улетела в Торонто, где начнет тренировки с Брайаном Орсером и продолжит путь к высшей ступени олимпийского пьедестала. Но с Кристианом они на связи каждую свободную минуту. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.